Сейчас представлю, это Татьяна Сергеевна Кубасова, Государственного Дарвиновского музея, тоже одна из площадок нашего фестиваля, которая участвовала у нас в прошлом году уже, и в этом году предполагалась программа. Но на сегодняшний момент мы встречаемся тоже только онлайн. Я сейчас попрошу вашего внимания к этому выступлению, потому что для Татьяны Сергеевны очень интересна именно обратная связь от вас, да? Многие музеи в первые дни карантинных мероприятий начали создавать какие-то онлайн-проекты, образовательные проекты, но возникает вопрос у музеев, насколько они вообще необходимы в текущей ситуации. И вопрос именно в том, что не всегда музеи могут получать обратную связь от той деятельности, которую они развернули вот уже в последние 2 недели. И Татьяна Сергеевна просит вашего участия. Она бы хотела несколько дискуссионный формат своего сообщения. Татьяна Сергеевна, передаю вам слово. Государственный Дарвиновский музей. Добрый день, дорогие друзья. Хорошо. Евгения Владимировна, ответьте, слышно ли меня? Мне вас слышно хорошо. Коллеги, напишите, Отлично. пожалуйста, что слышно. Замечательно. Я хотела бы начать нашу сегодняшнюю встречу с обращения внимания на тот факт, что вот сейчас с нами у нас есть уникальная возможность пообщаться близко, как никогда. Мы находимся тет-а-тет, мы можем общаться онлайн, задавать любые вопросы, получать любые комментарии, так тесно, как очень редко было в нашей жизни до карантина. И в своем докладе я бы хотела даже, чтобы это был не доклад, а именно дискуссия, если у вас есть возможность задавать вопросы онлайн, будет замечательно, обсудить возможность перехода в такой диджитал режим. Есть ли у людей проблемы с изучением опыта, с пониманием, как получить тот или иной контент, как связаться с тем или иным музеем, и что музеи делают сейчас в данную минуту в нашей конкретной Москве. Продлили карантин до 1 мая. Как нам общаться друг с другом и действительно не потерять ту нить, которая связывает музеи и наших посетителей. И в нашем музее достаточно давно развиваются программы инклюзивные, и мы встречаем у себя более 8 тысяч посетителей ежегодно. Также на нашей площадке давно разработана программа, в том числе для посетителей с особенностями ментального развития. Но я хотела бы обратить внимание, что экскурсии, тематические циклы, инклюзивные мероприятия, программы на выставках, выставки творческих работ, мастер-классы и так далее, и так далее, и так далее, все происходило в офлайн-режиме, даже онлайн-площадки, хотя и существовали, они в основном были образовательными, направлены в первую очередь для образования сотрудников музея. Но, на мой взгляд, мы упустили важную составляющую – это непосредственно обратная связь с нашими посетителями. То, как посетители воспринимают ту информацию, которую мы до них доносим. На сайте нашего музея сейчас в онлайн-режиме есть ссылки на различный контент. Я чуть подробнее на этом остановлюсь попозже. Но есть и раздел, посвященный доступности музея, где вы можете посмотреть, что в музее проводится, какие программы, скачать специальную историю, если нужно, при походе. Наш музей, я все-таки надеюсь, что скоро мы встретим лично своих посетителей. Но как же сделать музей доступным онлайн? Для нас это остается важным вопросом, и я хотела бы, чтобы вы написали любым способом, сейчас, в чате или позже, как вы видите возможность общения, как вам было бы удобно общаться с музеями вот в таком режиме, как мы сейчас с вами находимся. Если, например, акция «Зажги синий», которую наш музей проводит ежегодно на стене выставочных залов музея, проходила таким образом, когда мы показывали в рамках презентации на синей иконе то, что происходит в нашем музее, то достаточно просто перейти в онлайн-режим, и в социальных сетях очень активно принимали участие разные музеи, в том числе и наш. Мы просто
подключались к акциям. Но виртуальные выставки были доступны на площадке музея всегда. Мы ежегодно с благотворительным фондом Gulfstream проводим конкурс и размещаем работы победителей на площадке нашего музея. В том числе и сейчас доступны эти выставки для просмотра. Можно поставить, даже если вам видно лайки на определенной работе. Виртуальные выставки нашего музея. Не только конкурсных работ людей с инвалидностью или без, но в том числе те, которые подготовлены хранителями нашего музея, сейчас доступны. Видите то, что есть на нашем сайте, на регулярных социальных сетях эту информацию размещаем. Но в формате такого контента, к сожалению, мы не получаем, если человек не регистрируется и не пишет комментарии внизу той или иной выставки, мы не узнаем, кроме того, сколько человек посмотрел ее. То есть, насколько доступна была эта выставка для наших посетителей. Вы можете погулять по залу музея. Сейчас наша доступна экспозиция в формате 360 на площадке Google Arts and Culture. Если вам интересно не только смотреть, но и слушать на площадке Easy Travel, доступен и бесплатный аудиогид, вы можете подключить сразу видео, включить ролики в формате и слушать о музее. Насколько этот формат удобный, тоже для нас сейчас пока не ясно, потому что мы не получаем обратную связь. Как же ее получить? В формате нашей работы в музее существует интерактивный центр «Познай себя, познай мир». Работая с благотворительными фондами, работая с различными представителями целевой аудитории, мы поняли, что он очень интересен не только для группового, но и для самостоятельного осмотра. И в социальных сетях есть возможность получить обратную связь, что интересно, как интересно, чем могли воспользоваться наши посетители. Мы сделали стримы, пока была у нас такая возможность, мы работали в музее, в том числе из центра «Познай себя, познай мир», где рассказали нашим посетителям, что же у нас есть в центре. И в формате стрима, конечно, можно получить обратную связь для тех, кто подключился. Там другая проблема, что не все люди узнают о том, что этот стрим будет проводиться. Достаточно сложная технология для оповещения посетителей. Тем более, что не каждый человек включает оповещение в любой социальной сети, для того, чтобы нужно было хорошо работать и отвлекаться. И после окончания стримов в формате видеоэкскурсии можно еще раз пройтись, послушать наших специалистов, посмотреть и оставить свои комментарии в социальных сетях. Пока до 1 мая онлайн-трансляции из экспозиции не будет, и мы предлагаем воспользоваться теми роликами, которые уже были сделаны на площадке нашего музея. Но что же мы можем сделать? Это в первую очередь вопрос к нашим посетителям, как бы они хотели получить свой контент, и как бы они хотели увидеть наш музей, что бы они хотели увидеть в нем, как они хотели бы пообщаться со специалистами музея, в каком формате это было бы удобнее всего. На площадке музея в социальных сетях, это непосредственно YouTube, размещено видео, размещены лекции, но на данный момент мы не понимаем, насколько они адаптированы для данной целевой аудитории, могут ли их смотреть наши участники в режиме онлайн, или могут ли они использовать то или иное видео для своей образовательной деятельности, или могут ли они получить какой-то дополнительный контент, если что-то было непонятно. Потому что сейчас на нашей площадке все ролики мы субтитрировали, и можно читать. Если человеку не совсем удобно слушать, например, да, он может прочитать в субтитрах, непонятную фразу может остановить, посмотреть в любом из критерий или словаря. Здесь вопрос, насколько этот формат подходит для данной целевой аудитории и особенно для детской аудитории. У меня сейчас
пока не очень ясно, насколько вообще ролики в YouTube или в других форматах используются нашей целевой аудиторией. И как можно адаптировать уже имеющиеся видео для того, чтобы люди могли воспользоваться тем контентом, который уже создан музеем. Также для наших посетителей доступна коллекция музея на площадке. У нас есть не только виртуальные выставки, но рассказываем мы о предметах, которые хранятся в музее. Мы сделали отдельный проект «Хранилище музея «Загляни». Это в социальных сетях. Каждый день мы рассказываем об интересных предметах из всех наших 54 коллекций музея. Надеемся, что мы продолжим очень активно развивать эту работу и сделаем доступными наши предметы для всех без исключения. Здесь также нужно понимать, насколько доступны сами предметы, насколько интересно узнавать о тех предметах, которые хранятся в коллекции музея, и как посетителям рассказать более интересно, более понятно о том, ради чего музей создан. Также в нашем музее ежегодно, если вы знаете, если не знаете, сейчас я вам расскажу, проходит инклюзивный праздник Дарницкий музей для всех детей. В этом году он был запланирован на 30 мая 2020 года. Пока мы находимся в ситуации под вопросом, если раньше в апреле у меня уже была собрана база данных участников, и мы понимали, кто к нам придет, какая будет программа, сейчас, к сожалению, мы пока не можем ничего сказать. Состоится это мероприятие, не состоится, в каком формате оно будет проходить, будет ли оно перенесено. И для меня один из важнейших вопросов, нужно ли переносить такие мероприятия в онлайн-формат или просто перенести на другое время. Почему? Потому что онлайн, конечно, хорошо, но без личного взаимодействия, без личного контакта, я считаю, что такие мероприятия не очень хороши для наших посетителей, в том числе для сотрудников музея, потому что мы должны общаться друг с другом, и не только в онлайн-режиме. Я надеюсь, что как только прояснится ситуация, мы обязательно расскажем встречам не только о том, пройдет этот праздник, как он пройдет и в каком формате он пройдет, но даже если не получится сделать офлайн 30 мая, я думаю, что мы обязательно праздник проведем для наших посетителей. Также в музее существуют разные образовательные программы, в том числе на выставочных площадках музея. Сейчас выставки у нас виртуальные, но было бы интересно получить обратную связь и понять, как именно наши образовательные программы можно сделать доступными для посетителей онлайн. И циклы занятий. Вот у меня есть большие сомнения, потому что то, что я сейчас смотрю на площадках разных, как проходит обучение, достаточно тяжело, особенно детям, за компьютером воспринимать информацию, несмотря на то, что они родились в цифровую эпоху и владеют лучше, чем мы, диджитал-технологиями. Насколько можно переводить занятия в онлайн-формат и что вы хотели действительно не только дети, но и взрослые для своих детей, чтобы музеи какой контент, в каком виде предоставляли и получили ли они ту необходимую информацию, те необходимые навыки на таких занятиях. Потому что в первую очередь все циклы занятий, все экскурсии в музее строились на знакомстве с экспозициями, на возможности потрогать, понюхать, в некоторых случаях и попробовать предметы. И сейчас без активного взаимодействия сложно представить, как переводить в онлайн-формат такие вещи. Совместно с Федеральным ресурсным центром мы только-только наладили работу с малышами. Здесь мне очень печально, что остановился этот процесс, потому что для малышей от 3 до 6 лет мы адаптировали программу дошкольной академии, которая есть в нашем музее. И насколько я знаю, для таких маленьких детей, кроме фильмов, кроме игровых программ, сложно себе представить взаимодействие через электронный формат.
Но, возможно, мы можем найти выход через использование тех предметов, которые есть у каждого в квартире дома, и, может быть, разрабатывать такие программы, которые могут использовать ресурсы внутри каждой семьи, которая будет включаться к тому или иному проекту. И тоже с музеем заповедником Царицына, благодарительным фондом искусства «Быть рядом», был разработан проект по адаптации экскурсионных программ и занятий в музее. Также, если у нас есть доступ к виртуальному музею, и я в начале своего рассказа вам показала, что можно пойти по всем залам музея, понять, насколько смотреть, просто смотреть или слушать аудиовид, естественно, невозможно и ни взрослым, ни ребенку, ни в течение двух, ни трех, ни пяти часов, как предлагают некоторые музеи. И понимание, как лучше выстроить маршрут, как лучше сделать такую трансляцию, должна быть она быть онлайн, или ее нужно записать и потом уже демонстрировать. Для нас тоже очень важно получить обратную связь и понять, что же нужно сделать в этой ситуации. Наш семейный клуб сейчас остановил свою работу, но, возможно, вот именно этот формат можно легко перевести в онлайн, потому что существующие площадки, на которых мы сейчас находимся, например, Zoom или Skype, позволяют людям общаться, обмениваться не только своими какими-то вопросами, но и получать навыки в формате мастер-класса. И мастер-классы, которые сейчас проводятся, к сожалению, в большинстве своем имеют обратную связь, кроме того, что получилось, не получилось. Но вот именно создать достаточно небольшие уютные площадки для общения, мне кажется, очень важно, потому что несколько семей могут обсудить не только насущные вопросы, которые сейчас стоят перед нами на карантине, но и поделиться интересными практиками, что они сейчас умеют делать с другими людьми, и также получить какие-то новые навыки, снять социальное напряжение. И вот сейчас мы с вами находимся на площадке фестиваля «Люди как люди». Динара сегодня рассказала об акции «Музей для всех». Нужно понимать, что вот онлайн-формат, конечно, да, хорошо. Я читаю еще комментарии. Онлайн необходима трансляция 30 мая, потому что обучающимся из других городов недоступна возможность посетить музей на празднике. И действительно, нам хотелось бы понимать, в каком формате вы хотели бы принять участие. Посмотреть просто, принять участие в формате какого-либо мастер-класса, или вы хотели предложить, например, со своей стороны организацию какой-то площадки или своего мастер-класса, своего музыкального концерта, все что угодно, включить его в программу нашего мероприятия. Я благодарю всех участников, вижу, что у нас 263 человека. Я надеюсь, что если сейчас вы не смогли в онлайн-режиме задать свои вопросы или прокомментировать то или иное мой тезис выступления, вы это сделаете. На экране вы видите электронную почту, я всегда рада отзывам, комментариям, тем вопросам, которые вы будете задавать. И спасибо еще раз большое за внимание и за участие в такой интересной дискуссии. Спасибо большое, Татьяна Сергеевна. Безусловно, это очень интересно, то, что вы рассказали, потому что сейчас такая ситуация, что во многих чатах родительских, учительских валятся списки программ, которые существуют в тех или иных музеях, в театрах, в картинных галереях, в каких-то развлекательных местах. И иногда просто сложно сориентироваться, да, в том, что в этом потоке информации, который есть. Поэтому очень ценно, что вы рассказали очень подробно о тех возможностях для онлайн-участия в вашем музее, который сейчас есть. И мы будем очень благодарны участникам сегодня за обратную связь. Да, вы можете в течение там, всего дня
присылать ваши комментарии о том, в каком формате вам удобно получать об этом информацию, в каком формате удобно участвовать в каких-то образовательных программах, подходит ли что-то для ваших детей, насколько вообще онлайн-формат, в принципе, удобен, неудобен, в чем особенности, да, для музеев, которые, в отличие от образовательных организаций, которые обязаны проводить онлайн-обучение, продолжать, сейчас это очень важно, насколько их деятельность, в принципе, востребована, да, и какие особенности нужно учесть при подготовке тех или иных программ. Да, я в А, первую я все очередь правильно хотела бы говорю? действительно узнать, насколько это нужно людям, потому что для того, чтобы сделать хорошо, мы должны понимать, нужно ли это людям в принципе, в каком формате, в каком режиме это нужно, и самое главное, в каких новых, может быть, формах мы должны работать для того, чтобы это было людям полезное для использования. Да, вообще вопрос именно о потребности, да, вот сейчас, когда все, в общем-то, и родители, и дети находятся в достаточно стрессовой ситуации, насколько это необходимо, если необходимо, то в каком формате, потому что музеи готовы отвечать на ваш запрос, у музеев много идей, есть ресурсы для этого, но нужно понимать именно конкретный запрос, потому что пока что музеи движутся вслепую, да, они пока что делают программы для всех посетителей в онлайн-режиме, но те музеи, которые уже давно и плотно занимаются инклюзивной работой, они, конечно же, нацелены на свою основную аудиторию и готовы ваш запрос поддержать. Поэтому мы будем очень благодарны вам за обратную связь, за вопросы, и все это будет учтено в работе Дарвиновского музея, я думаю, что всех остальных музеев, которые ведут инклюзивные программы в своих учреждениях. Большое спасибо, Татьяна Сергеевна, что... Да, у нас есть вопросы. Сейчас, секундочку. Угу. А, здесь Галкина Ольга Александровна пишет, что необходимо посмотреть ролики, тогда будет понятно. Я, как учитель биологии, с большим удовольствием в Google классе размещала бы ссылки на ту тему, которая сейчас актуальна. Татьяна Сергеевна, я вас тогда попрошу разместить ссылки, наверное, еще в чате, чтобы людям было удобно перейти по ним непосредственно и посмотреть то, что уже сейчас есть, Да, конечно. чтобы люди могли составить представление. На мой взгляд, самым сложным было организовать всю команду, поскольку над реализацией работало 7... А, это я прошу прощения, это предыдущий ответ. Так, Татьяна Сергеевна уже бросает ссылки, я вижу. Сейчас, секундочку. Онлайн необходимо. Трансляция 30.05, потому что обучающийся других городов Да, это недоступно мы посетить уже в музей. комментарии Это... озвучили. Ну, Татьяна Сергеевна, в принципе, продолжает размещать ссылки, да, я думаю, что все, какие еще здесь комментарии появятся, Татьяна Сергеевна будет внимательно знакомиться и читать их. Да, Спасибо большое я вам за ваши вопросы, за отключаюсь, обратную но связь. еще...